Концерты, и мы вспоминаем потрясающих музыкантов, композиторов, артистов, так что низкий им поклон. И сегодня я очень волновалась, когда пела песню акапелла, потому что это мой, можно сказать, этой песни сегодня дебют, потому что на сцене я ее не слышу. Я хотела петь вторую песню тоже акапелла, но моя подруга, великая русская певица Людмила Николаева, с которой мы много лет работали тоже в ансамбле «Россия», любезно мне позволила спеть со своими замечательными музыкантами, с прекрасным коллективом «Русская душа». Я очень благодарю за это и с удовольствием, не судите строго, потому что это абсолютный экспромт степь, до степь кругом в обработке Владимира Захарова. Степь.